Любимая церковь, драгоценные наши друзья и партнеры, мы поздравляем нас с днем рождения нашей прекрасной церкви Эммануил. Вместе с вами мы огромная, большая, дружная, духовная семья. И мы благодарим каждого из вас, что вместе с вами мы можем совершать служение и распространять Царство до края земли. И с каждым днем вместе с вами мы погружаемся в истину Божьей любви. И мы познаем Его величие, Его доброту, Его все благословения мы принимаем. И с каждым днем Папа открывает для нас новые двери. Я искренне поздравляю вас с этим огромным праздником. 26 лет тому назад Бог вложил эту страсть в наше сердце, чтобы являть Иисуса Христа. И многие из вас, вы откликнулись, и каждый день мы добавляли и добавляли людей, которые познавали Господа, становились частью Царства Божьего. И я искренне благодарю каждого из вас за вашу веру, за вашу верность, за ваше служение, за посвящение, которым вы делаете Иисуса известным для этого города, для этой нации и за ее пределами. Пусть Бог благословит твою жизнь, и пусть то призвание, которое есть в тебе, оно прославит Иисуса сверхъестественным Его проявлением в силе, в чудесах, в знамениях, в измененных судьбах, в измененных действительно по-настоящему нации, городах, которые сегодня Бог через тебя будет делать на этой земле своими, своим народом. Мы любим вас, мы благословляем вас, и мы говорим в вашу жизнь по-настоящему. Настало новое время, время жизни в Божьей славе, в Божьей силе и в Его проявленном помазании. Мы благословляем ваши дома, мы благословляем ваши семьи. Пусть мир, радость, изобилие, пусть милосердие, дружба, любовь, взаимопонимание, обеспечение божественное будет пребывать в ваших домах. И мы поздравляем вас с днем рождения, дорогая церковь!